Yana bir savolim bor edi sizga, Mahmud. Siz endi hammaga bu sir emas, chunki agar Instagramingiz kim ko'rib turgan bo'lsa, siz Floyd Mayweatherni komandasiz. Endi bu juda ham katta sharaf. Конечно. Qana qilib shu sharaf sizning qo'lingizga kirib qoldi? TMT. А. Это его команда. А qana qilib shunaqa bo'lib qoldi? Qana qilib tanishib qoldinglar? Assalomu alaykum. Yana bir marta hurmatli vatandoshlar. Случайно бу бўлди. Ман биринчи MMA боец бўлдим. Флойд Майвезерга, у кишига бокс командаси бор. Лекин биринчи MMA тарафидан ман биринчи бўлдим. Ўзбекистондан жуда хурсандман. MMA бу рус тилида смешанный бой деймиз, а? Да, смешанный набор, со микс маршал артс на английском. Ман биринчи боец бўлдим. Раса хурсандман, потому что бу яна ещё один большой шаг в UFC попасть. Потому что, то есть конечная цель — попасть в UFC? Ну, я думаю, кто занимается этим видом спорта, это каждого мечта, цель. Я как говорил до этого, агар цель не койсан, надо добиваться своей цели. Да, да, махсат, агар койлган болса, албатта шу махсат ке карап, адам хамиша интилиш керек. У меня две цели. Не только туда попасть, многие попасть хотят. Я попасть и там показать себя хочу, показать, флаг наш поднять там же. Потому что там еще ни одного бойца со Средней Азии не было. Нас себеса, иншаллах, там будем. Ну, Хабиб Нурмагомедов вчера на пресс-конференции сказал так, что «We are making the history». То есть мы вершим историю. Вы тоже хотите вершить историю, только по-своему, да? Конечно, конечно. Флойд Майвезер мне в этом поможет. А вы все-таки, как вы сказали в начале беседы, вы из Узбекистана, правильно? Сіз узбекистанлисіз. Енді, ана Узбекистан байрағыны, қазір мана Лас-Вегаста көтердіңіз, Чехияда, бұл жерде мана Құдай қаласа Нью-Йоркта. Бұл хамас әлбетте зор ва яхшы, лекин бітті савал. O'zbekiston sportida, ya'ni O'zbekiston sportini rivojlantirish maqsadida siz nima qilmoqchisiz kelajakda? Mana O'zbekistonda yosh sportsmenlar juda bir kuchli sportsmenlar ko'p, lekin ularni rivojlantirish kerak. To'g'rimi? Ularga qanaqadir bir hissa qo'shish kerak, aynan siz tomonidan. Siz nima qilmoqchisiz O'zbekiston sportini rivojlantirish uchun? Da, конечно, man o'zim O'zbekistondan, man o'zbekman. Yaxshi o'zbek Узбек тілінде гапримиман уже айтым дыма учун сабабы. Лекин сейчас постараюсь ответить, чтобы на русском, чтобы... Да, да, что вы хотите сделать, чтобы для развития спорта в Узбекистане? Я понял вопрос. Я хочу сделать... Я начал, вы поняли. Просто думаю, что нас смотрят не только узбекоговорящие, но и русскоговорящие. Поэтому я на всякий случай одной пули двух зайцев, как говорится. Для них тоже перевожу. Потому что вы меня поняли, я в этом не сомневаюсь. Давайте. Вот, во-первых, я сам это прожил. Я сам знаю, каково это тяжело. Но еще бывает еще кому-то сложнее. Я не говорю, мне сложно, может, у кого-то еще сложнее ситуация, но у меня даже лозунг есть: мы за здоровую нацию, мы за здоровую жизнь, мы за здоровую молодежь. И у меня будут ходить от 5 до 8 лет дети, с 8 до 12, с 12 до 16, с 16 уже пойдет там... 16 до 33 не берите? Могут и ходить 50 лет, 60 лет, взрослые, как бы, почему бы и нет. Никогда не поздно. Не нужно обязательно драться на мировых аренах, готовиться к боям, просто поддерживать здоровый образ жизни. И я сам знаю, каково это, когда вы тренируетесь, и рядом с вами тренируется молодой какой-то успешный парень. Мотивация. Да. Чтобы мы друг другу давали мотивацию, чтобы показывать, что есть возможность показать себя, например, в Чехии. Я могу организовать бои в Чехии нашим ребятам, в России. Я не дерусь в российских лигах. Почему? Многие спрашивают. Вот многие подписчики, многие меня пишут, спрашивают. Многие говорят, а вот там хорошая лига. Я не говорю, что плохая лига. Во-первых, они, узбекских спортсменов, нас не ценят. Туда поехав я с Чехии, я там никто. В Чехии я звезда. Там я свои правила говорю. Во-вторых, они говорят о бое 2-3 недели. А если бойцы, я уже говорил, только вес уходит подготовить 2-3 месяца, месяц минимум с тренировками. То есть несерьезно с их стороны получается? С их? Они себя поднимают, а... Нет, ну, себя-то понятно, мы знаем это их по телевидению центральному, который я уже 7 лет не смотрю, слава богу, не жалею. Я имею в виду, когда вот эти узбекистанские спортсмены поедут, вот в данном случае. Ну, даже сейчас на Fight Night узбекская спортсменка, непораженная, 4-0 у нее было, Лилия. Фамилию я не хочу сейчас ошибиться, извиняюсь. На Fight Night дралась. Я думаю, если бы она этот бой выиграла, и следующий она попала бы в UFC. Я хотел этого, потому что я хочу, чтобы показать, что у нас какие спортсмены, спортсменки. Ну, я думаю, они знают. Потомки.
Тамерлана, потому что все знают, да. И доказать это. Но, к сожалению, судьи не знают, куда смотрели. Она выиграла этот бой, не дали ей. Судьи посмотрели больше на россиянку? Или как да, так да, получилось? Я так считаю, у каждого свое мнение. Каждый бы смотрит со своей стороны. Но несправедливость. Во-первых, давайте сейчас вернемся, что я хочу сделать для Узбекистана. Да, все-таки да, конкретнее, да. Хочу школу открыть такую, чтобы приходили люди, и челюсть, чтобы у них отпадала. Да. Чтобы там у меня будет экипировка бесплатная для всех, все будут одинаковые. Футболки, одежда, я все у всех одинаковое будет. Спортзал будет идеальный. Я не хочу, я вот завтра открою зал такой, чтобы пришли, нет, я хочу открыть и бойцов воспитывать действительно, которые будут драться на мировых аренах, контракты им давать. И даже в скором будущем, почему бы даже и в UFC, чтобы наших бойцов туда не продвигать. Хорошо. Не говорю, пока не перепрыгнешь, как говорится, но я уверен, это возможно. Я знаю, какая у нас молодежь. Просто им нужно толчок дать, мотивацию. И во-вторых, это школа будет абсолютно бесплатно для всех. Это вот это важно. Главное, потому что у нас тренера будут с Европы, я буду возить на сборы, семинары. Ребят буду возить туда на соревнования, на любительские, на профессиональные, лучшие бойцы. И в-третьих, я хочу XFN-лигу с Европы привезти в Азию. Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизстан и Узбекистан. Сейчас, когда они дадут разрешение на ММА, и президентом федерации XFN буду я. Я сделаю такие, организую такие бои, которые люди скажут, вот это действительно, вот как видели сегодня, здесь собираются толпы. И не буду говорить, что у нас будут толпы, но будем стараться. Ну, будем надеяться. Будем показывать людям вот то, что возможно, и мы это сделаем. Хорошо. Спасибо большое.